Социальные выплаты неработающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов с детства первой группы, независимо от возраста, увеличатся более чем в 4,5 раза. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. К слову, рассчитываться она будет с 1 января 2013 года, наряду с социальной пенсией на ребенка, которая также вырастет. Кроме этого, правительству Путин поручил разработать четкий порядок оказания бесплатной медицинской помощи детям-инвалидам, урегулировать вопросы социального, психологического, педагогического, юридического и медицинского сопровождения семей, усыновивших или принявших на воспитание ребенка. Неработающим родителям или людям, которые усыновили ребенка-инвалида, не надо будет собирать документы и обивать пороги различных учреждений. Местное отделение пенсионного фонда должно оформить и производить выплаты автоматически. Дети должны обретать семью именно в России, у себя на родине, получать здесь и образование, если необходимо, медицинское лечение.